Приморские танцоры-колясочники вернулись из Москвы с трофеями. Накануне в столице прошел чемпионат по спортивным бальным танцам. Наши спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата завоевали две бронзовые и одну серебряную медаль в сольных и групповых программах. Как рассказывают участники соревнований, успешного результата удалось добиться благодаря новым танцевальным коляскам, которые они получили перед выступлениями. Современные европейские танцевальные машины купили за счет краевых средств. Инклюзивными танцами в Приморье занимаются 3 года, но таких серьезных результатов спортсмены достигли впервые. 5 наших пар взяли 2-е место в номинации «Ансамбль». Сейчас спортсмены готовятся к осенним состязаниям. В октябре в Санкт-Петербурге пройдет Кубок континентов. Наши танцоры рассчитывают показать серьезный результат. Для нас это такая просто возможность была большая, потому что мы занимались, танцевали на баскетбольных колясках. Это, конечно, совсем другой уровень, и такого профессионализма не было достигнуто на баскетбольных колясках, какой сейчас мы можем принести вклад в Приморскому краю.